Ты выбираешь женщину рассудком, не сердцем и не голосом души. От этого мне делается жутко. Как так умеют люди? Расскажи. Она должна быть стройной и покорной, предельно ясной в мыслях и в словах. И волосы, постриженные ровно, должны лежать покорно на ее плечах. Она должна всегда вставать с рассветом, готовить чай и поливать цветы, и соблюдать любые этикеты, в любое время, как захочешь ты. Но это не пойдет к тебе, босая. По снегу дожидаться у ворот, не будет мокнуть стоя у трамвая, забыв в квартире курточку и зонт. Не постучиться в дверь в ночи глубокой, сказать, что без тебя нельзя дышать. Если надо, станет очень строгой. И если надо, доброй, словно мать. И горько мне от этой дешевизны. Набрав ладонь посредством